Смотри, ты так и не ответил, сколько осколков у тебя? Защитник. Кому-то надо защитник еще? Шаман, ну кто-то декады пошли по хилям. Один уже отошел просто. Войд, ты тут? Угу. Новики сделал? Какие? Ну, сегодняшняя РС-обычка? Нет, по-моему, я не помню. Я удалил, по-моему. А как Макгрегор летал? Куда летал? На куда? Куда он летал? На переходке на сферу побежал и вылетел. Нет, еще, я же вылетел на Синдре. Да не сегодня, это неделю назад. А, это давно уже было, но... Ты говорил, что я не попал в этот кадр. Ну там как бы, ну, не в центре экрана, ты, но видно. Тело такое улетает далеко вдаль. По-моему, что говорит там, Господи Иисусе. Вообще за это. Я обосрался, когда я только не увидел. Я чуть не обосрался, когда за Фурика сферы убивал, бля. Я бывало и кинетик убил, бля. Я рогу когда вкачал, у меня сначала ШД был. Там снижение урона типа по области. Так я духов в комнате. Шаг сквозь тень юзал на них, ну типа чаржился в них, телепортировался. На вальке возвращался. Пошли по контролям. Справа. Так, Маковей, пошли покаяние кинешь. И я покаяние кину. Маковей на звездочку. Вот. Кружок. Альпич квадрат. То еще мальки-фырки ромб. Боже мой, чего у тебя покаяния нет? Ну должно быть. Все скиллы должны быть на панельке. Так, ладно, пошли контролить. Думаю, тут тактика без помощи убьем. Стоит и два таунта, капля, фридом, сальва, очищение, щиток, флешка, святая клятва даже есть. На личе самый простой класс — это ДК, у него меньше всех способностей. Там их штук 20 что ли, а у остальных там под 40, под 30. Так, Альпич, звездочка, Маковей, кружок, а я остальное по контролю.
Кружочек, да. Чик на баф. Так, на первом вихре дашь саку. И одна келли, да? А, на келли, да, не на двух. Набираем. Отошли все. Что там, блядь, сферу убили? А не, извини, забери Волнара. Ну, вам только боссов разводить, потому что их все будут убивать. Сейчас скажу, что сделать тебе. Прожимай сейчас срезку, когда срезка закончится, Альпич дашь зубы на него. Потом я дам каплю. Вот сейчас давай зубы на него. Петр Сфер, норм. Какой-то интерес играть. А есть зубы, да? Да, уже. А, ну уже каплю нет смысла кидать, я смотрю. Тут будет хп на Талдораме, дадим рост. Смотрите, шарик стоит. Бейте по центру, рядом с боссом. Петрик отбивает сферку. Что, сферу сломали? Помогайте. Не разрядили правильно. Дистанцию набрали все. С
ДЦ нету в живых. Дальше в Сакру на вихре. Разбежались. Плащ на мейн. Эльцо на шипы Лока и Лема. Пошли заново все бафы. Кстати, есть у кого-то джиз? У меня реги кончаются. Че не встаешь? Пашкин, вставай. Так, пошли по контролям. Маковей, ты контролишь звезду. Я кружок. Перестыл по возможности все остальное. Никто не бьет ауешными скиллами сейчас. Отойдите все. Это не ваша забота сейчас, трэш. Просто отойдите дальше. О, классно поконтролили, пацаны. Может кто-то палец кинул. Эти метки, короче, тактика бейте. Давайте маги кольцо льда по трэшу и отходим от него. Тактика в первую очередь. Короче, тоже ничего тут не буду говорить. Сбегайте с пактами там, выбегайте с меткой. На первой взлетке немножко дашь сакру, я прожму мастер аур. Мырки-фырки, лилия, спеете гимн на хп. На второй взлетке, если будет, остальные присты спьют. Гимн на хп.
Чик на баф. Телег дали, все дали. Альпе что не хватает? Никада, сколько у тебя там? Ну, реснишь как раз, когда мы запустим босса. Коврик, почему-то зеркало. Беги, малышка, беги! Я пока не могу прочитать это заклинание. Ашкин, сбегайся с факта. Так, на череп нужно кинуть антифир. Кресты. Фокс, ты можешь выйти с этих луж? От двух сразу дамаг получал. Конечно, калечно немного мы разлили, но можно было блинк прожать. За спину блинк прожми, ДПС. Стоит, что-то там ёрзает. Те плесты спили гимн на хп, набрали дистанцию. Ну, оставшиеся. Yeah.
Она на шамана бандует токены. Героически. Ты третий при чем? Так я в том рейде на 3 штуки взяла. Один вообще падает или нет? Подбили только на шамана. Один, по-моему, был в том рейде на паладина. С гекада тоже наберется. Подружка твоя, да? 2 кд назад я тоже 3 штуки взял. А кто был это, твой друг? А, понятно, что ты говорил в РК тогда. Отойду на 2 минуты. Хилы есть. Топор обеспекнись на всякий случай в протопара. Танки погнали. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Мы пробьемся через зал. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Что завтра, лучше сначала РС собрать или ЦВК? Или наоборот, может? Ну, собирали сегодня РС-ку долго, народу мало. Лучше РС, потому что потом, пока ЦВК принесем, народ вообще разойдется. А лучше 2 РС. А лучше 3 РС. Клыка сносим за 2 часа 2,5. Если собирать 18.00, то это времени до 9 часов все успеваем. Если бы с 1-го, 2-го трая убили, уже бы отдыхали. Я бы выкашли. Продолжайте сражаться, братья. В Ульдуар ходили, нет? Не. РДД звезду. Неликий. Кружок. Кружок призывает трэш. Все в кружок. Пати, мы сейчас сделаем так. Звездочку Даня вытаскивает, танки остальные танчат трэш. Ховар, ты зайдешь? Тяни звезду. Давайте звездочку мелить.
какас. Скорей. Могли же разбить СБУшку. Можно всех бить. Давайте тогда полководца сыграем. Рыбка есть у кого? О, хилы есть, спекайтесь, кроме Альфари. Надеюсь, ты не будешь хилить. Есть такого Дживс еще? Ставили. Так. Я, Некист, Гекада, Лазипанк, Войтхилл, хилим Вальку, Марки Фырки, Альпич на рейде. Кто там, кстати, счеты забирал? А, забей, не надо уже. Альпич готов? Сова забирал. А был этот? Вот ты дал почек? Да, да, я думал счеты взять на этот, на этого босса, с талисманом похил. Thank you.
должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Знания, с какой рейнджи теперь мешают хилить. Фырки, выделяй вальку и гимн отхил. Кольцо. С нарогу, кота, ханта. Я кольцо как ноу забрал. Какое? Я камы мутанка. Я на фрикаруле. Ну это кольцо не на энх. Так, Дашкин топор рубить Адрану. Вы забирали шмотки или нет? Я навыки за 50 забирал. Ты их файн навалил, значит. А, да. Я тебе, по-моему... Подожди, а что за... А кто-то навыки сундука ролил вообще? На, я тебе за половину. Так, Дашкин и этот чувак, Андеран. Сейчас. А, ну Дашкин туда выиграл. На офф. Thank you.
Синие упали там? Чё-то херня, чё не запускается? Тебе кольцо дам, короче. Короче, тут... А, у меня клыка нету. Кольца с леди. Сапог с Вали. О, блин, надо было мне пояс порулить с этим, с мизантропом вместе. Плащ. Не нужен совета? Не надо. Маковей, блин, не знаю, там вроде не было этого осколка. Кто-то видел, там был осколок? Был. Сейчас пройдем ивент, я тебе дам помощника, ты заберешь этот каску. Ну а кольца упало, а что еще? Хлам какой-то. Держи. По-моему, я забыл развалить третью вещь. Там не кисти на шамана упали случайно. Там кольчуга какая-то еще была. Да, ну-ка, а ну-ка линкани, что за кольчуга. Им не надо. Так, а человек может забрать осколок и сейчас добычу каждый сам за себя? Нет. Да, я сейчас вытражу. Короче, на Эрела... На меня мусор тогда же стоял, все осколки. На Эрела, там если каждый сам за себя не прокатит, поставишь на себя добычу. Зайду пару минут. Кто-нибудь есть ящик? Инженера с ящиком. Всю хуйню заберу.
Значит, там осколка не было. Был осколок. Я сам открывал и видел, что лежал осколок прямо под шлемом. Осколок. Мы тебе верим, дружище. Не расстраивайся. ДС, да. ДС тоже был. Вайрелла, оставайся в сове. Дайте каску по вагам. По шаманам, каску. Олег, ты 500 седле забираешь? Не-не-не. Не, не надо. Дайте в шкафчик. Поставьте шкаф, сманите пала. Кстати, не было КВ. Да, нет, не было. Нигде не было. Был сранит и осколок. А где было КВ? Великан. Да, понятно тогда. Бля, Гури, еще уже спать пора, нахуй. Чуть на пол. Каски нет. Ни кулака, ни каски. Дал кулак. По варам дал, по рогам, по котам, по хантам, по ДК. Тут голы пробав и каску еще на меликов. Помогаю ему бафать. Все равно от крест не нужен ж ДК и варам и рогам. Мы летаем, все готовы. О, конь стоит. Меня стоит. Поздравляю. Спасибо. Да чё находит, мне тут бесит. Метки вперед, дистанция между метками. Но не метка. На гилде тоже метка, значит на мошках ловишь босса. Там мой левый вообще никто не бьет. Убейте до 200 тысяч без дот. Когда опустится, сливаем все. Ты разбили глыбу, что ли? Да, одну разбили. Оффорд, поднимай Ховара, Альдеран, Маковея. Про Лилию забыл. Окей, вставай, давайте рост. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Читать это заклинание.
Бля. Так, лучше самогон. Дал сакру. Мне, да, ничего ты говоришь? Ну да. Павару. Павару и попал в баф. Синдра не ходит больше. Да, прошло. Прошло. Уберите ауру Frost Resist, я поставлю, у меня мастер аура. Ты мне заботишься так мило. Не поредней, ману мне. Давайте внимательно, бейте до 200 тысяч без дот, пожалуйста. Бэров нет больше. Эта тема уйти в инвиз и резнуть больше не канает? Нет. Нет. Это какие времена ты вспомнил? 13-й год? Год назад. Почему? Это было. Года полтора назад точно работало. Год полтора-два. Ну, примерно, да. Да не, это год назад был. Не-не-не, полтора. 5 лет назад. 15-й год. Все, хватит стакать. Вторая фаза пошла. А, нет, не пошла. Я вас обманул. Притяжка. Ну, пожалуйста, не умрите сейчас. О. Грег, как дела у тебя? За ДК умирать на притяжку. Хуёво. Да я понял, блядь, что хуёво. Под босса метку несем. Три хила освобожденка, два хиля только. Сфукс под босса. Велики отошли. Метку слить. Под босса маковей. Под босса. Велики отошли, метку не бить. Так хлопнет. Оп, даю сакру. Под босса следующую метку. Под босса мальки-фырки. Так, два шамана. Освобожденка, я один хилю. Так, все хилы освобожден, кроме меня. Кальфари, давай под босса. Миники отошли в эту зону. Давай под босса, милики отошли опять. Так, и следующая притяжка будет. Под босса, милики отошли, притяжка. Не бить метку. Метку не бить. Все, сливаем. Следующую вправо. Давайте, РДД, сыграли вправо. И вы хильте. Под босса. Прожми. Там не стаки, я скидываю. Мэрики под босса. Спойте гимн на ману, вот хил спой, поставьте тотемы, у меня мана кончилась, вот босс Альпич, милики отошли. Ух ты, блин, я не заметил, что я уже настакал 3 стака, жесть. А под босса. Опять 3 стака.
Блин, забыл сказать про притяжку. Дал сакру. Растирал. Никто не умер. Давай я в сторону. Жесть, даже никто не умер. Пять стаков я скидываю. О, клык. Повезло тебе? О, не мне же повезло, другому, кто на мейн роли. На мейн. Вам ДД нужен? Или чё? Да. Один на ДК. Коритель. Там по клонски выше ППР. Есть. А ДК кто-то может зайти? Там вроде кто-то говорил. Топор убить. Не надо что-то с лича. Теренаска надо кому? Ну, Якшас, заходи на Лока. Глору ретриком дают с лича. Нас хватает стану. Отдают, но она ретрику не нужна. По факту туда, блять, если даже есть шоу. Кровавая пучина с Ланателли куда круче, чем это ебучий гор. Просто потестить хочу, пучина. У меня есть пучина. Пучина предбиз, пушка для ретрика. Да. Ладно, всем спасибо за рейд, спокойной ночи всем. Давай, Сереги. Спокойной ночи. Давай, пока. Пучина туда, там статов нормально. Не нормально. Какие шмотки дай поменяешь под нее? Пучину? Не, под гору. Так вот я пока еще, у меня не было ее никогда, вот просто спрашиваю, интересуюсь, имеет ли смысл вообще тестить ее. Ведь с ней пучина есть у меня. Грань тоже есть. Ну, смысла мало, скажу так. Это либо отказываться от символа отмщения и ставить символ экзорцизма. Но не, это бред от первого символа отказываться. Так, три хила вы не захилите, да? Не, вряд ли. Давай, будет спекать себя хила. Ой, там мы не захилим, вот и захилим. Да ладно вам. Ну, давай в три хила попробуем, так и быть. Мне и наразлейте, пожалуйста. Сколько времени мы уже с пула ребра? Кто помнит? Два часа, у меня фласка 3 минуты осталось. А сейчас. У меня на двухчасовая. Сейчас. Не понял. Я понял вас. Ладно, тогда давайте постану. Я кружок станю, ромб маковей, трусы лимошка, первая волна, вторая волна, дашкин, кружок офорт ромб, от угле, трусы, альпиш диспель чумо, сфукс, ты готов? Фукс. Фукс. Интеллект дайте. Милики в кружочке. РДД зона в звезде. Поставьте рыбку. Нет. Тогда, блин. Рыбы нет, я не верю в это. Фукс, ты тут?
Я запускаю. Тут как полифонии там. Вот у меня. Ты не трыба? Жаль. Олег, 20 секунд срочно, я вернусь. А чё, уже кулак не дается через мага пэта? Раньше давался. А теперь поваром дается кулак. Ну, разные пэты разные. Не знаю, всегда через... Наверное, у всех были одинаковые пэты. Ну, маг, только... Если по магу, то это собака у лука. Не, я про ханта. Да, вроде всегда был хантовский пэтвар. Наверное, я просто перепутал, значит. АДК вроде тоже варповский. Не уверен. РДД ловушка перебежали. Мимики в кружок становимся, чуму выносим сейчас. Чума, одна секунда. Забери, да. Забери. Да, забери. Так, РДД ловушка перебежали. Мимики давайте тоже в кружок. Так, ловушка 5 секунд. Кружок, мимики встали. Перебежали в кружок, мини-зона ловушки. Чума, одна секунда. Так, тут голы, чума. Тут голы. Все, обратно быстрее. Кружок, установись. РДД, ловушка. Трой шаркающий, забирай. Мелики в кружок. Чума 3 секунды. 2, 1, чума, Дашкин. Ловушка 2 секунды. Мелики в кружок, ловушка. Проводи чуть дальше. Я упал. Потому что не прожрался, да? Что там по смерти? Двойная берса. Ладно, тогда, значит, не повезло просто. Не, ну как не повезло, он должен прожиматься, либо станет. Куда ты стан одеваешь? Никуда не деваю, гнев когда летит. Ну а так и чуть тебя убило. Значит, моб не застаненный был. Один шаркач 81, и второй шаркач 61. 140 тысяч. Блин. А стал на КД? Может, надо... Нет, на КД был. Молоток не на КД. Молоток. Где ты говоришь, там 60-ка? Есть. 10-80. Выступление на мобе, оно постоянно кидается. Его может хан снять. А есть берсерк, который ничем не снимается. Он появляется, когда у моба лоу хп. Этот берсерк нужно контролить, станить. Исступление еще ладно, можно пережить. Но ханта у нас все равно нет, поэтому надо все станить. Так есть же хан. Где? На кроуд. Да, точно. Блин, я забыл уже, что хан есть в рейде. А чё, он снимал,
Видишь, два раза снял. Просто завтыкал пол один дать стан у одного шаркаря. Стан надо беречь, когда второй шаркающий выходит. Ждать берсу у первого, станет его. Давайте бафаться. Что там, кому не хватает? Блоки раздал. Ездика. Магинту. Чик на пол. Войд. Када. Никада. Запуск. Переносный был до двух шаркающих. Коду. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить... Шаманы, хильте в населении танков. Я сейчас читаю в чате, пишут за две... Почти за 2.5 секунды 0 хила. Качите на хп еще. Я это его вряд ли бы спасло, но все равно. На хп кричите тоже. Я ж точно вижу, что у меня больше 80-ка должно быть. Я у тебя 82, да. Хил спасет от одного шарка еще. Да нажму еще хуйню одну. Точка. Смотрим. Милики в кружок, ловушка, черепушку. Выносим чуму, встали в кружок, будем чуму выносить сейчас, милики. Он летаем, чума. Ловушка, милики, перебежали. Мелики ловушку перебежали опять в квадрат. Тупо просто стоите стыли. Впереди немного, мелики. Ну, нормально, за спиной стойте, стоите впереди. Давайте в квадрат. Мелики опять ловушка. Давай как-то сместимся ближе к порталу. Сюда, что ли, где квадратик. То... А, нет, все нормально. Мне показалось, как-то криво мы пошли. Так, второй шаркающий далеко. РДД ловушка перебежали. Чему выносим? Мэрки, выноси. Проводи трэш. Стань шаркающего одного. Милики ловушка. Давай, портал встали. 4% до переходки. Все ловушки все на край. Давай я тебе каплю дам. РД ловушка, чума 1 секунда. Топор убить, чарж моба. О, диспел, отлично. Все, давайте добили уже. 6 секунд, чтобы добить лича. Все на край. Сейчас дам стан. Даю стан по мобу. О, можно иннер и вот этот, как его, прист. Вот, давай гимноману. Тотемы ставим. Альдеран, Викади, Иннер, Офор, Лазипанку. Проклятие, косноязычие не забываем вешать. Этот, как его, приз?
Да, да, да. Немножко, иди только духа параллельно рейду, чтобы он не мешал рейд. Ну, ШП помогут сверху? Нет? Ну, будет ГП, если мы улетим, не знаю. В комнатах тоже самое, не будет тебе духа в ГП. Давайте больше дамаги в духа. 5 секунд, а мы стреляем, еще что-то ДП слабоват какой-то. Так, кружок стил, маковей ромб, трусы, лимошка. РДД добили духа. Встали в звезду быстрее, все в звездочку. В одну точку, в звездочку. Так, я в кружке, меня схватило. Играйте через кружок. Через трусы. Дашкин застанил кружок? Кружок, встань, Дашкин. Мырки, выноси осквернение. Кружок. Так, добили, играем через трусы. Трусы 200 тысяч добить. Все, дали рост. Повезло, Александра. Слабо бьете. Валит. Давайте, звездочку становимся. Дашкин, у тебя стан КД. Плюс быстрее. Тогда Дашкин кружок, оффорд, ромб, трусы, тулгалы. Перевалька, выходим с центра. Yeah. Давай сакру. Сакру, да, давайте, играйте в ромб, трусы. Я в ромбике, надо ромб слить обязательно. Кружок добить, 200 тысяч. Кружок добить и в ромб обязательно сыграть. Я в ромбике. Давайте в ромб, стан еще дайте по ромбику, встан. Давай. Осквернение. С центра вышли. Осквернение топор убить. Бегу, встали. Все в центр, идем. Блять, вы тупые, пиздец. Я отвечаю. Бегите быстрее, бича. Так. Играйте ром, трусы. Ром, маковей, трусы, лимошка, станем. Ромб это хил. Все, ромб слили, теперь... Трусы ДЦ, ну снимите. Осквернение с Фукс. Ну все, ясно. Давайте опять все под босса, будут еще одного... Блядь, ты улетел? Ну конечно. Давайте все под босса. Дашкин, кружок, оффорд, ромб, трусы, актулгалы. Трусы только играйте, с центра все вышли, скорее одна секунда, скорее альфари. Играйте только в трусы. Просто фартануло сейчас вам, просто пожизненно. Три лока, три раза лока хватало уже. Захильте альфари. Давайте все под босса, будут вальки и потом осквернение одновременно. 4% не сможете перевести, надо вальки сливать. Александра, осквернение. Звезду. Не. Чё там? Играйте трусы, это протопал и ромб Гекада. Ты хил. Мэрки Фирки, 2 гимна от хил. Сквернение 3 секунды. Да, блин, ну Слава, ну ты не понимаешь, что ну позади лужа, ну как мы будем бить эти хвали? Она между лужи летела. Она не летела между луж, потому что мы стояли, блин, ну... Вот она не может нормально... Блин, я не знаю. Мне надо было проводить его к порталу, чтобы мы стали, потому что он стоял в центре, и люди большинство стояло. Ну, милики бы не полетели к порталу.
Кто же тогда кричал, блин, глыби, бежите? Просто, просто вот повезло, что вот те вот 5 человек, которые сбежались, их схватило. Ну да, а если бы маг блинканулся и положил лужу внахлёст с первой, то, возможно, еще одну спасли Вальку бы. Он куда-то влево метнулся. Да хорошо-то хорошо, я не говорю, что как бы он там плохой. Просто если бы он как в РСке метнулся и положил его нахлёст, то был бы получше всех. Да, сейчас нам надо вернуться и в другую сторону встать всем, потому что, блин... Да у меня палец... Просто элементарно вот камеру сверху поднять и посмотреть, вот, как мы стоим весь рейд и куда будут лететь все. Это уже не вар. Да, сам все сейчас проверяю. Разбивайте мою вальку, главное. Там такое ощущение, что валик не бьет. Их не замедляют. И не станет еще, наверное. Не, станет, а станет, не замедляют. Они в центре только под лужей замедлены, а дальше все. Да, у нас нет. У нас нет замедленной лужи, если что, кстати. У нас АДК нет. Могу на АДК зайти с лужи. То дело не в этом. У нас ШП фурики есть. Причем фурики, которые не режут броню. Ладно, поставьте рыбу. Лимошка.